Да. Да ладно? Да. Как вчера все ваши лица смотрел. Молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко и сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я да. Поехал. Всего доброго, спасибо. День добрый, да, стоп-кап. Ребята, молодцы, бесспорно, чаю. Чай не дадим, не едем. Прям за, вы можете благодарны, чтобы вторые ряды прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти, попробуйте. Здравствуйте, девушка, федеральный проект стоп-кап. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка собралась уже. Кстати, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему? Он же по вам не сможет проехать, правильно? Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Вы не могли бы отъехать? Сейчас, Анечка, садится. Сейчас, 2 минуты, ребят, можно? Две минуты, можно? Смотрите, чуть-чуть, я понял, да, без вопросов. Вперед, отгони, сейчас они выходят. Они оделись, сейчас выходят. Вперед, да, давай. Спасибо вам. Спасибо вам. Вы просто так уедете? Нет, не уедете. Ну, сейчас, ехали. А вы припарковали? Федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, с третьего ряда машину? А ты кто такой? Я? Да, ты уполномочен, там работаешь где-то в органах, ты там... Нет. Милиционер. Я человек простой. Ты человек, да, я тебе за тебя рад. А если как я уеду, меня зарплата лишат, ты за меня заплатишь зарплату за моего начальника? Да. Ты «Стоп-хам», бля. Но заплатишь? Почему должны лишить зарплаты? Ну вот я отъехал, мне сказали здесь стоять. Но это третий ряд. Да ему... Все, я с вами друг, надо разговаривать. Я тебя услышу? Да, но вы уберете свою машину? Все, будь здоров. Вы уберете машинку, либо вы должны будете наклеить наклейку. Да, а если я тебе наклею наклейку? Тебе не эти твои хламоны, кто тебе не поможет. Подлей вам наклейку тогда. А я тебе бью, и дальше что? Ты вызываешь милицию? А ты что лезешь? Ты худей, толстый. И клей, я отъеду сейчас. Давайте отъезжайте. А ты не худей. Так сложно быть культурным. Да. Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, убрать машину в парковку вторым рядом? Будем очень благодарны. Здравствуйте. Доброй ночи, федеральный проект «Стоп-хам». Не могли бы, пожалуйста, убрать машинку или вот припарковать? Я всегда мечтал вашу программу. Ну вот теперь попали. Красавчики! Наклею, подожди. Дай «Стоп-хам», дай его. По-братски, дай я наклею. А почему не клеите? Да потому что люди просят. Я не снимаю, но ради бога. Покажи мне. А можете машинку брать, пожалуйста? Чушь, штана! Убери машину! Свой народный джаз. Справа отчаянно. Все, он убрал машину. Все? Да, спасибо большое. Ты скажи, что... Ну все. Это «Стоп-хам». Это наш человек. Саган, убери машину, он сейчас уберет машину. Все, давайте, спасибо, ребята. Да. Да ладно? Да. Как вчера все ваши лица смотрел. Молодцы, красавцы. Дайте наклеечку. Не, наклеечки не раздаем. Блин, ну хоть это, прилепите на окошко и сфотографируйте, я не против. На самом деле, ладно, шучу, я поеду. Да. Всего доброго, спасибо.
День добрый. Да, стоп-кам. Ребята, молодцы, бесспорно. Чаю не дадим, не едем. Прям за, вы очень благодарны, что вторые рядом прям под проводами не стояли, ребят, пожалуйста. Там дальше есть место, можете найти. Попробуйте. Здравствуйте, девушка. Федеральный проект стоп-кам. Вы припаркованы вторым рядом в троллейбусе. Здесь, видите, пробка аж собралась уже. Стоит, кто ждет, и целый, как троллейбусы проехать по-вашему. Он же по вам не сможет проехать, правильно?